Демонстрировать вам, как же классно вы отдыхаете. А вам даем на хранение.
А может быть, лучше отдать девочкам на хранение, чтобы они попытались сохраниться в таких же размерах? Ого! Какой тонкий намек на хорошее обстоятельство! Ребят, все согласны? Да! А давайте поаплодируем справедливому решению струнного жюри и продолжаем с вами тусоваться дальше! Отлично, друзья! Ну что же, в этом конкурсе у нас победила дружба. А теперь давайте еще чуть проверим. Так, давайте-ка соберитесь в кружочек. Одна команда. А, и друзья мои, прошу вас встать вокруг меня. Я буду центром притяжения вашей ситуации. Так, быстро-быстро взяли за руки. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро взяли за руки. Друзья, все вместе! Все вместе! Так, все вместе. Так, становитесь. Ну что же, а у меня команда более организованная. Команда «Адреналин» у нас вон какая модная. Смотрите. А что ж, мальчик, девочка, возьми за ручку. Не бойся, не укуси. Друзья, смотрите. Сейчас мы с вами немножечко повеселимся, потанцуем и покажем свои какие-то способности. Друзья, смотрите, сейчас будет звучать музыка. Вы танцуете, показываете себя во всей красоте. Только музыка останавливается, да? Я, например, называю любую фигурку, да? Это новая фишка сейчас у нас в клубах Москвы. Вот, все танцуют, танцуют, бац, МС что-то говорит, и надо срочно сделать. Например, друзья, если мы скажем, например, звезда, вы должны взяться за руки, нет, должны все взяться за руки и разойтись вот так вот. Так, разойтись, вот, разошлись. О, ничего себе, вот. Какие блинчики у нас получились. Только все за руки не считается, если за руки не взяли, так, то...